В 11. В 12. В 11 прощаем. Ладно. И ты что звонил? Кому? В домофон. Кому? Не знаю. А там никто не звонит? Кто-то там звонит-то в дверь. Это я не... Ага. Где-то я перезвоню. Ну вот знаешь что, вот почищу, ладно? А чем? Вот прям там лопат внизу стоит. А кто-то идет к нам? Иди сюда, девушка, я не понимаю, чего говорю. Мама, ты виртуальная помощь. Нет, нет. Виртуальная помощь? Нет. Нет. Нет, нет. Нет, мы, наверное, нет. Мы пока еще не сообразим, мы сами. Мы в шоке. Ну, может, номер оставить? Давайте ваш номер. Визитки есть у вас? Ой, визитки нету с собой. Надо записать, ну да, закрыть. Сейчас за ручку возьму. Как бы у нас минимальный пакет стоит где-то 33 тысячи. А вы кто? А это где? Это автор. Ну, говорите. Я лично вам. Ладно, вам сообщаем. Хорошо, девушка, мы сейчас ничего еще пока не соображаем. Ну, вы скорую все вызвали? Ну все, сейчас, да, вот вызываем сейчас, скорую, да, мы все вызываем. А? Скорую и ну, вызываем, да, вот поэтому мы говорим, сейчас вызовем, а там дальше уже сообразим, куда мы что хотим. Мы как-то еще не поняли.